Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Прожители Сицилии шутят, что они строят так фундаментально, будто собираются жить вечно, а едят так плотно, будто собираются умереть завтра. И сегодня у нас вкусы, запахи, ароматы этого замечательного, сказочного южного острова. Сегодня мы готовим один из символов островной кухни. Это паста с баклажанами, помидорами и сыром. Она называется паста алла норма. Итак, готовим. Мы берем один мытый баклажан и нарезаем его шайбами толщиной приблизительно по 8 мм. Баклажан откидываю на дуршлаг и присыпаю его солью. В таком виде я баклажан оставляю минимум на 15 минут. А помидоры лучше взять помесистее. Я произвольно нарезаю и кладу в кастрюльку. В кастрюльку бросаем одну дольку чеснока и веточку свежего зеленого базилика. Кастрюлю с помидорами мы ставим на плиту на малый огонь и будем варить помидоры где-то минут 30, ничего не добавляя, и подождем, пока помидоры выпустят воду. Баклажаны промываем от соли и сушим кухонным полотенцем. Начинаем жарить баклажаны. Для этого в сковородку, обязательно с высокими бортиками, мы налили большое количество оливкового масла, разогрели его. Сейчас зубочисткой проверим, если будут пузырики, то оно уже готово к жарке. Пузырики появились, и мы начинаем обжаривать баклажаны. Баклажаны обжариваем несколько минут, периодически их переворачивая, пока баклажаны не станут золотисто-коричневого цвета. Обжаренные баклажаны перекладываем на крафт-бумагу, чтобы стекло лишнее масло. Прошло полчаса, и наши помидоры готовы. Мы убираем чеснок, а дальше помидоры будем перетирать. Перетереть помидоры можно погружным блендером или вот такой машинкой, как у меня. Главное, чтобы текстура была бархатистой. В сковородке, на которой мы жарили баклажаны, оставляем немного оливкового масла и кладем одну дольку чеснока. Чеснок зажарился и отдал свой пряный аромат маслу. Я его убираю, наливаю в сковородку томаты, и солю. В соус добавим еще немножко листиков базилика. И периодически помешивая, будем готовить соус приблизительно 15 минут. Разные легенды ходят по поводу создания этого фирменного для Сицилии блюда. Говорят, этим блюдом островитяне отдали дань уважения своему знаменитому соотечественнику Винченцо Беллини. А премьера его великой оперы «Норма» и премьера пасты «Алла Норма» состоялись в один день, 26 декабря 1831 года. Но продолжим готовить пасту. Особые гурманы, вдобавок к ароматам помидоров, свежего зеленого базилика и чеснока, добавляют немножко сладости сахара,
Поэтому насыпем одну чайную ложку сахара и размешаем. Вода в кастрюле закипела, и я сыплю в нее соль и пасту. Готовить пасту будем периодически помешивая, на 2 минуты меньше, чем написано на пачке, до состояния, как говорят итальянцы, al dente, то есть полуготовности. А до полной готовности мы пасту будем доводить вместе с соусом в сковородке. Готовить блюдо мы будем из пасты тортильоне. Именно ее используют на Сицилии. Дело в том, что она небольшого размера и с ребрышками очень хорошо удерживает на себе соус. Паста приготовилась до полуготовности, и я ее перекладываю в сковородку с соусом. Осталось все немножко перемешать, и буквально 3-4 минуты, и у нас все будет готово. И еще, если ваш соус слишком густой, то вы можете в него добавить половинку половника горячей воды из-под пасты. Добавим в пасту немного баклажанов. И еще натрем овечьего сыра. Паста alla norma. Вот такое вкусное сицилийское блюдо. С помидорами, баклажанами, сыром и базиликом приготовили мы. Ну а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Если вам понравился этот наш рецепт, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!